Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 544 упражнение. Необходимо прочитать стихотворение Успенского, объяснить смысл его. Если был бы я девчонкой, если был бы я девчонкой, я бы время не терял, я бы на улице не прыгал, я бы рубашки постирал, я бы вымыл в кухне пол, я бы в комнате подмел, перебыл бы чашки, ложки, сам начистил бы картошки, все свои игрушки сам я проставил по местам. Отчего же я не девчонка? Я бы маме так помог, мама сразу бы сказала: «Молодчина ты, сынок». Итак, смысл стихотворения заключается шуточного в том, что, во-первых, все эти действия могут также выполняться и мальчиками, а не только девочками. А также, что автор стихотворения, мальчик, не воспринимает себя как девчонка, поэтому и говорит в конце: «Молодчина, ты сынок». Затем необходимо выписать глаголы в условном наклонении, обозначить в них суффикс «л» и окончание. Итак, давайте с вами выполним это задание. «Был бы». Суффикс «л» – окончание нулевое. «Не терял» – суффикс «л» – окончание нулевое. «Не прыгал бы» – нулевое окончание. «Вымыл бы», «подметал бы», «перемыл бы», «начистил бы», «расставил бы», «помог бы» и «сказала бы». На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!